Любимый город – именинник. На территории городского округа в первую субботу октября готовятся отметить двойной праздник. О том, что намечается в день рождения Фокина, смотрите в следующем сюжете нашей программы. 2 октября в центре города пройдут праздничные мероприятия, посвященные сразу двум датам. В один день жители отметят 41-ю годовщину со дня признания Фокина городом и 130 лет со дня основания поселения Промысловка. В 11 утра дадут старт началу праздничных мероприятий. Далее жителей и гостей города приглашают посетить концертное мероприятие «Ритмы родного города». Музыкальное событие начнется в полдень. С 11 и до 4 пройдет выставка декоративно-прикладного творчества. На ней все желающие смогут оценить, купить сувениры и эксклюзивные поделки. Те, кто захочет сделать что-то своими руками, смогут посетить мастер-классы. Городской парк станет площадкой для проведения концертной программы «Играй гармонь». Насладиться выступлением музыкантов-народников, увидеть традиционные костюмы можно с 12 дня. Там же, в городском парке, будет доступна полевая кухня. Посетить ее смогут все, кто желает не только зрелищ, но и хлеба. С 7 вечера творческие коллективы городского округа примут участие в концерте, который пройдет на центральной площади города. Завершится праздничный день ярким фейерверком, который окрасит ночное небо в 21:50.